Сейчас мы находимся на автодроме автошколы «Старт», где ты сможешь получить обучение по любой из различных категорий вождения. В автошколе есть рассрочка платежа без переплат и собственный парк новых учебных автомобилей, а также индивидуальное расписание занятий. Именно в этом специально оборудованном помещении проходит обучение по всем различным категориям. Здесь вам все расскажут и покажут наглядно, а как мы все знаем, все лучшее запоминается на практике. Прямо сейчас мы находимся на месте сдачи экзаменов категории Б автошколы «Старт», куда доставляет транспортное средство своих учеников каждую среду. Здравствуйте, скажите, можете представиться? Здравствуйте, меня зовут Александр, я преподаватель, действующий инструктор в сети автошколы «Старт». Сегодня у нас сдача квалификационного экзамена, как по теоретической части, так и по вождению. Наши курсанты сегодня показывают результаты обучения в нашей автошколе. А скажите, с какими трудностями сталкивается инструктор в автошколе? Что хотелось бы отметить. Наши курсанты нашей автошколы часто задают такие вопросы. Когда мы выйдем на экзамен, когда мы выйдем на вождение, что нас будет ожидать? Не пугайтесь, приходите в автошколу. У нас опытные инструктора, которые обучат вас как вождению. Преподаватели теоретической части подготовят вас. Вопросы, которые вы задаете, предоставят ли вам машину на экзамен. Мы каждую среду находимся на МРЭО. Мы своих курсантов ведем от переступления школы, порога, да, до получения водительского. Сейчас буквально через 10-15 минут, я так думаю, у нас выйдут уже люди, которые получат водительское удостоверение и могут поделиться нашими эмоциями. Скажите, тяжело ли вам было обучаться в автошколе? Нет, на самом деле не тяжело. У нас очень опытные инструкторы, которые все доступно объясняют. В общем, с первого раза усваивается. Мне понравилось, достойно. А с какого раза сдали на права? Со второго. Тяжело из-за волнения? Из-за волнения. Это, скорее всего, это волнение, да. В принципе, ничего страшного. На будущее всем советую не волноваться. В 2015 году автошкола «Старт» заняла первое место в региональном конкурсе автошкол Волгоградской области. В автошколе высококвалифицированный преподавательский состав и высокое качество обучения, что подтверждает огромное количество грамот и дипломов. Если по каким-либо причинам вы пропустили занятия или во время пандемии вам тяжело было добраться до места обучения, вам всегда пришлют онлайн-лекцию, в которой будет все четко и понятно. Прямо сейчас ты можешь записаться по номеру телефона в описании и узнать о всех возможных скидках и акциях.